В Китае был представлен новый электромобиль, обладающий впечатляющей спецификацией. Производитель Human Horizons, известный своими скоростными и премиум-классовыми электромобилями, показал свой новый продукт Hyphy Y. Китайский электромобиль Hyphy Y – пятиместный кроссовер с запасом хода 800 км. Самая интересная черта кроссовера – его двери, ведь их у авто целых 7. Дело в том, что задних дверей у него 4, нижние открываются привычно, а вот верхние поднимаются. Таким образом облегчается доступ внутрь. Электромобиль оснащен рядом новых технологий. Дверных ручек нет, их заменяют маленькие клавиши разблокировки замка и активации электропривода. Багажная дверь снабжена крупным спойлером. В кузов интегрированы органы искусственного зрения, на крыше заметен датчик лидар, в передних крыльях и других стратегических местах – камеры. Так что машина будет оснащена комплексом систем ADAS, которая может помочь водителю управлять автомобилем на дороге. Hyphy Y также имеет очень маленький коэффициент сопротивления воздуха – 0,23, что делает его очень эффективным использовать на дальних расстояниях. Размеры электрокроссовера. Длина 4938 мм. Ширина 1958. Высота 1658. Колесная база 2950 мм. Масса автомобиля от 2305 до 2430 кг в зависимости от версии. Ходовая часть обещает комфорт и хорошую управляемость. Спереди – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Сзади – независимая пятирычажная. Колесные диски в форме лепестков на 21 дюйм также придают кроссоверу спортивность. Силовые установки Hyphy Y с одним или двумя моторами, привод как на одну, так и на обе оси. Первый вариант – оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 336 лошадиных сил, второй получает дополнительный электромотор, в результате чего суммарная отдача достигает 505 лошадиных сил. Для электромобиля предусмотрены батареи емкостью 76,6 и 115 кВт-часов. Быстрая зарядка на 80% осуществляется всего за 10 минут. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км в час. У разных модификаций запас хода составит 560, 765 или 810 км по циклу CLTC. Поставщиками аккумуляторов являются Kettle и FinDreams, подразделение аккумуляторных батарей BYD. На данный момент не опубликовано ни одной фотографии, информации о салоне тоже пока нет. Но логично ожидать внутри нового электромобиля от Human Horizons большие экраны и 5 мест. Электрический кроссовер станет самой доступной моделью от стартапа Human Horizons. Цены пока не объявлены. Ориентировочная цена по версии китайских СМИ составляет от 51 тысячи до 65 тысяч долларов. Это значительно дороже, чем большинство других электромобилей на рынке, но может стоить стоимости за его впечатляющие характеристики и технологии. Hyphy Y появится на европейском рынке в 2024 году, а на домашнем китайском – в третьем квартале 2023. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И ставьте лайки. Ваша оценка нам очень важна. До скорой встречи!